Да ну нафиг, да это невозможно, да чуть-чуть там остается. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы погружаемся с вами сегодня в новую рисовательную игру, очередную на Android. У нас уже были Draw Joes, у нас уже была игра Happy Glass, где тоже нужно дорисовывать. Также мы, если вы не забыли, играем в игру сейчас Draw One Part, и вот, пожалуйста... А как она называется? Я забыл, блин. Все названия перечислил, а эту срань забыл. Там, подожди, там внизу рекламируют жом. Там жом рекламируют, надо его убрать. А, как же она называется? Draw Climber. Вот, вот, вспомнил, да. А, получается, надо рисовать вот этой падле квадратной ноги. И оно как-то будет забираться по ступенькам. Давайте начнем. Здесь система такая, что звуков в игре никаких нет. Где музыка моя? Вот. Видите? Никаких звуков абсолютно. Потому что нахер они сдались, правильно? Звуки в игре. Кто это вообще придумал? Кому оно нужно? Видимо, так рассуждали разработчики. Короче, предлагают мне нарисовать вот такую хрень. Давайте это сделаем. Оба! 3, 2, 1. Понеслась. И что, сработает? Да, да, смотрите. В принципе, игра эта говна не посоветует. Все получилось как следует. Оно бежит, ножками перебирает. Достигает поставленных целей, забирается там на все высоты, на какие оно хочет забраться, и все у него хорошо. Также не забываем собирать монеты. Вот, между прочим, я так понимаю, что, наверное, эти лапки нужно будет рисовать также с учетом того, чтобы эта падла собрала все монетки. То есть они должны быть достаточно такими раскидистыми. Уровень завершен. Мы собрали 33 монеты. Точно никаких звуков нет? Я вот прям проверю. Прям удостоверюсь. Ну вот абсолютно никаких, вот абсолютно никаких. Claim, no thanks. Ну давай claim, что claim. А, и, а вот теперь-то звуки появились, да. В рекламе-то у нас звуки есть. Ни хрена себе, я, конечно. 165 монет, ого. Неплохо так тут рекламки-то вознаграждаются. Прокачать скорость, уровень 15. Ну давай, хорошо. Так, прокачали нашего малыша. А что вот это вот мы сейчас сделали? Offline earnings, 3 hour. А, типа, когда ты не играешь, у тебя идет заработок какой-то. Я прокачал заработок, который будет, когда я не буду играть. Это что? Заверши 5 миссий. Draw 5 shapes. Собери 5 форм. Нарисуй 5 форм. Нарисуй 5 форм. Выиграй 3 гонки. Схвати 10 монет. Ну, это подождите, это мне можно или мне сейчас рекламу смотреть? Нет, смотрите, мне можно. Мне дали 10 монет. Все, замечательно. Ладно, поехали. Давай плей, давай играть второй уровень. Ищем оппонента. Смотрите, я нашел какого-то оппонента. Ну, мне предлагают опять вот нарисовать. Давайте я вот такую херню нарисую. Я не знаю, что это. Поехали. Я не знаю, что это за говно я нарисовал. Ой, походу оппонент. Оппонент — это живой человек, да? Оппонент меня сдрюкал. А, смотрите, я могу, получается, еще перерисовывать. То есть я нарисовал лапки, а я могу их прямо в процессе рисовать другие, да? И таким образом преодолевать препятствия. Ну-ка, давай вот так. Давай-ка вот так вот быстрее будет, наверное, я считаю. Что это он такое на... А что это он такое на хероборил? А как это нарисовать? А я не знаю, как это даже нарисовать, ребят, если честно. По-моему, мы пососем. По-моему, мы пососем очень жестко, да? Или я победил? Я победил, что ли? Скажи, что я победил! Да, король, король, все, Декарт король. Отлично, уровень завершен. 19 монеток собрано. Слушайте, так тут есть элемент соревновательности. Это достаточно интересно. Не, спасибо, давай на этот раз не будем. Это опять реклама, смотрите, затрахаюсь ее смотреть. Мне, в принципе, хватит пока монет. Ну, тут как бы тоже реклама идет, но вы видите, она идет 5 секунд, а так она будет идти 30, поэтому. Разница есть. Коробку открыть. Так, ну давай прокачаем спид. Спид прокачаем. Давай еще прокачаем спид. Еще спид прокачаем. А вот это там видно будет. Ну ладно, давай плей, все, поехали. Searching for opponent. Ну-ка, давай вот. Что это такое? Ой, говно какое-то. Давай лучше вот так. Во, вот так вот лучше давай. Нихера он... Не, ну-ка, там, извините, там какой-то, по-моему, итальянский паренек. Подожди, как? А как залезть? А я не знаю, как... А я не знаю, как залезть здесь. Помогите! Уберите кто-нибудь это говно! А мешает мне передвигаться. Ну-ка, подожди, давай вот... Давай вот так вот, может? О, смотрите, получилось. Получилось что-то. Эй, ну я не успел даже. Файлер, ну какой файлер? Ну я же даже не успел, ничего мне файлер-то ваш. Да попробовать еще дайте. Ой, какие-то бабы тут. А, понятно. Ничего себе, однако, вот это... Вот это женщины в русских селениях, мать его. Она и на скаку остановит, и в избе тоже кого хочешь остановит. И кого хочешь, где угодно восстановит. Но это просто дичь какая-то. Так, давай, может... Блин, как лучше рисовать? Может, вот так лучше? Ой, он что-то даже не пробил особо. Ого!
О, вы гляньте! Вы гляньте, что я нахер... нахероборил какого говна? Я вообще, я даже не ожидал, что так будет. Хоп, ключик, смотрите, золотой ключик взяли. Буратин где? Где Буратино? Буратино где? Слушайте, нормальные такие лапы. А как? Так, ну-ка, перешел. Хорошо, перешел, смотрите. Смотрите, вот это разгон. Надо запомнить эти ножки. Эти ноженьки запомнить надо, как я их сделал вообще. Типа вот, вот такое крючковатое говно получилось, да? Нифига себе, слушайте, да мы прям, ща хакнем эту игру, ща хакнем ее по полной программе. Так, так все сделаем, что никому и не снилось, понимаете? Слушайте, сколько этих рисовательных игр, я просто не знаю, у меня работа прям не кончается, ребята, игр все больше и больше. Я могу прокачать еще скорость? Уровень 4 бесплатно. А, ну, могу, но только за счет просмотра рекламы. Ну, а, еще я могу, кстати, хоба, смотрите, разбогател. Потому что я нарисовал 5 форм, поиграл 5 минут и, соответственно... Был первый всю гонку как-то однажды, да? Ну давай вот мы скорость прокачаем тогда, окей. Плей, поехали. Ищем оппонента. Как я нарисовал это говно? Вот, вот так вот как? Нет, вот, вот так вот, подождите. Вот какие-то такие у меня... Нет, какая-то херня, ну-ка давай. Хоба! Блин! Блинский. Ох, черт. Ох, черт. По-моему, мы сосямба. Мы сосямба, ребята. Давай вот так вот, может быть, как-то. Вот так вот, может быть. Слушайте, это еще надо понимать, как оно, что, когда действует. А, во-во-во, смотрите. Хоп-хоп, ну-ка. Вот сейчас вот разгончик будет мощный, наверное, да? Смотри, как оно разогналось. То есть надо такую вот единичку рисовать, типа. Я считаю, по методу единички, может быть, мы сейчас с вами пройдем что-то. Про... Можешь ли ты достигнуть 350? Фига себе. Бодренько так. Дайте мне единичку мою нарисовать, пожалуйста, со своими вот этими вот. Так, это я должен полностью посмотреть, да? А, нет, все, закрываем. Ну окей. А, еще раз, смотрите, давай. Единичка. Searching for opponent. Один. Хоба! Ну-ка. Сейчас посмотрим, что будет. Ой, что-то какая-то... какая-то херня, нет? Ой, смотрите, между прочим, ну... Ну-ка, хотя подождите. Ну-ка, вот, вот так вот, может быть, действительно. Я смотрел, он там что-то такое вот нарисовал, и мне стало интересно. Ну, блин, я не успеваю за ними, я не понимаю, как они так делают. Ну, давай вот, вот это хорошо. Давай вот это хорошо. Во, вот так. Вот такие ноженьки, ноженьки в форме, бесконечные ноженьки. Ноженьки имени бесконечности, как оно? Хреново оно, я даже не успел взять монеты. Ну, что сказать, ну, опять просрано. Что-то опять просрано, давай еще раз пробовать. А, тут 5 секунд рекламы, окей. Смотри, несчастных скелетов долбит. Бедные скелетики. Стоят все, никого не трогают, никому не мешают. Давай еще раз. Смотрите, searching for an opponent. Рисуем быстренько вот такую срань. 2, 1, 0. Поехали. Хоба! Хоба! Ну что, быстро это будет? Не быстро, я просто не знаю. Ой, блин, говно. Ой, говно какое, блин. А, я ни черта, у меня ни черта не получается. Я не понимаю просто как... Ого. Ого! Вот это надо запомнить, слушайте, как я это... Хоба, так давай, чувак, разгон. Может быть еще можно, может еще не все потеряно, приятель. Давай, как я это нарисовал, я не знаю. Это же запомнить надо эту херню. Опять проигрываем, они все какие-то очень крутые, прошаренные, ногастые, пидорастые. Я не знаю, что с этим делать. Давай, значит, еще 5 секунд, или сколько на этот раз? Ну я думаю, что да, около 5, давай. Да нормальные ноги нарисуем, прям бегуть. Усейна Болта нарисуем, ноги просто. Просто ноги Усейна Болта нарисуем. Как я это нахрен сделал? Вот так вот, что ли? Что-то вот такое вот я нарисовал, да? Хоп, 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 хоя, 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 во-во-во-во, смотрите, вот эти конечности, они уже лучше работают. Куда? Куда пошел? Хоп-воп-воп. Ну-ка, давай. Сейчас. Слушайте, я не понимаю, они просто быстрее меня. Они, походу, просто прокачаны лучше, да, наверное? Ой, гляньте. А я его что-то догоняю. А почему, непонятно. Я, кстати, не знаю почему, но я его догоняю. Тихо. Вот лучше, наверное, не трогать то, что не сломано, да? Ой, блин! Давай! Да! Собака! Ну как? Ну как опять-таки? Ну опять-таки, как? Как его обогнать? Я не знаю, у меня получится это сегодня или нет. У меня складывается четкое ощущение, что у меня ни хера не получится. Еще раз пробую. Я, конечно, могу еще прокачать скорость, но это такое, знаете. Ну-ка, давай, вот. Может, вот так вот как-то? Что это? Что это я нарисовал? Я не знаю, что. Я не знаю, что я нарисовал. Ну-ка, давай быстрей. О, смотрите. Вот это заработало, да? Но он все равно... Вот эта сволочь все равно быстрее меня, понимаете? Ага, вот здесь вот... Ой, господи, меня... Я же, знаете, я аж нервничаю немного даже.
Я аж даже немного нервничаю. Ну-ка, вот, вот так вот давай. Хоп, хоп. Надо срочно как-то расстояние-то менять. Расстояние менять. А что так тормозит? Я не понимаю. А что такие лаги-то? Ну что, паренек, а что теперь сделаешь? А как теперь? Как теперь будешь искуп... Да ну блин! Да ну нафиг! Да это невозможно! Да чуть-чуть-то остается, собак! Собака такая, опять. Ну, походу, мне реально надо прокачать скорость, наверное, попробовать и еще раз попытаться. Прокачал. Поехали. Давайте, наверное, еще раз пробую. Я не знаю, просто, ну, это какая-то... Давай, вот, смотри. Четкие конечности. Ой, смотрите, мне какой-то нубяра попался, походу. Он, видите, какую херню вообще нарисовал? Он вообще не шарит. Все, ребят, это, наверное, победа. Она даже не честная, потому что парень, который играет, он... В принципе, пока еще не постиг основ этой игры, нарисовал какую-то санину. Ну-ка, давай вот так вот, наверное, да? Давай вот так вот, мне кажется, тут будет лучше оно как-то цепляться. Теперь, а вот здесь не знаю. Не-не-не-не-не-не-не, парень, не-не-не, давай не будем, да, не будем. Все собирай, отлично, победа, наконец-то. Даже прокачка скорости, я не знаю, повредила, не повредила, непонятно. Помешала, помогла, не помогла, ты что, я говорю, повредила, не понятно, что не повредила, ну. Помогла ли, вот не знаю. Давайте я, наверное, буду сейчас подавать заявку на просмотр рекламы и владение какой-то херни. Да, вот тут женщина еще-то разговаривает. Мы, короче, на этом закончим. Я продолжу, если вам понравится эта игра, если вам понравится это видео. Так что голосуйте лайками, комментариями, просмотрами, естественно. Подписывайтесь на канал, если было интересно. Жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.